привет, с вами я, Олег Попов, и наш проект Рок Туса. Сегодня мы находимся на дне рождения клуба Гранд Бурбон Стрит, где выступает группа «Приключения электроников». Я думаю, мы сегодня отожжем. Привет! Как настроение? Настроение шикарное. День рождения клуба Гранд Бурбон. Посмотри вокруг, как круто все. Шарики, бля, приключения электроника. Все очень круто, весело и шикарно. На халяву бухло попал? Нет, не успел. А что, было? Шикарно. Ну, смотрите, как тут все грамотно проходит. Что еще сказать? Но я желаю Гранд Бурбону долгих лет существования, прекрасных мероприятий. Ну и, собственно, Рок Туса, давай, развивайся и рули. Еще такой вопрос. Ты часто вообще в Гранд Бурбон-стрит-то бываешь? Было пару раз. Прошлой зимой случайно зашел и понравились. Понравились сцены, понравились дискотеки, все очень весело. Девочки тут классные. Ну, собственно, всем советую здесь побывать. Ты на день рождения именно пришла или на выступление? Ну, скорее и на то, и на то. Просто сегодня такой удачный день, что совпало и день рождения, и концерт классной группы, поэтому я здесь. Что пожелаешь Гранд Бурбон Стрит? Гранд Бурбон Стрит я пожелаю пригласить сюда не только приключения электроников, но а также группу Фиги. Это такая, получается, реклама, но на самом деле это нет, это не реклама. Я пожелаю, чтобы продолжать развиваться, чтобы этот день рождения был далеко не последним, чтобы с каждым днем рождения становился только лучше, позитивнее, замечательнее. И так все супер! Привет, как настроение? Супер! Ты пришел на день рождения Гранд Бурбон Стрит? Да, меня пригласили сюда, я пришел, я очень рад, что я сюда пришел. Как выступление «Приключения электроников»? Честно, неожиданно, потому что много групп, на которых я был, очень много песен было незнакомых. У этой группы не было ни одной незнакомой песни, я их все знал, просто супер. Я понял. Часто бываешь вообще в Гранд Бурбон Стрит? Бывает периодически. Очень хорошее заведение. Что пожелаешь Гранд Бурбон Стрит? Пожелаю дальше развиваться и процветать, чтобы всегда было здесь настроение, весело. Чтобы приезжало побольше групп сюда. Чтобы все было супер.